В картинной галерее Черкесска открылась выставка картин ветеранов Великой Отечественной войны Константина Ткачева. О желании организовать ее стало известно от внучки художника в ходе прямой линии с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. О работах художника в репортаже Аслана Гирюгова. Константин Сергеевич Ткачев – живописец. Его всегда привлекала красота Карачаево-Черкесии. Все работы Константина Ткачева наполнены любовью к природе и людям. Помимо изобразительного искусства, он также занимался фотографией. Ему всегда нравилось запечатлеть что-то необычное и передать через фото все свои эмоции. На выставке в картинной галерее «Черкесска» представлены многие работы художника. Для родных и близких ее открытие стало очень важным днем. Константин Сергеевич очень был скромный человек. Он не любил публичность. Он даже очень редко общался со своими сверстниками, с союзов ветеранов. Поэтому мы очень признательны, что эта выставка получилась, что получилось ее открыть. Я надеюсь, что люди, которые будут смотреть, они проникнутся и увидят, найдут свое что-нибудь. Константин Ткачев – ветеран Великой Отечественной войны. Воевал в составе 29-го артиллерийского полка в звании младшего сержанта и был награжден орденом Отечественной войны. Но тема войны особо не отразилась в работах автора. На полотнах и фотографиях Константин Сергеевич изображал природу родного края, деревенские пейзажи и простых людей. При жизни Константин Сергеевич отличался скромностью, и вот коллеги рассказывают, что были попытки проводить выставки, но он всегда скромно от этого отказывался, хотя дома, наверное, был музей, в который приятно было войти в любое время. Мы сделаем максимум возможного вместе с музеем, чтобы на эту выставку пришли как можно больше представителей молодежи, детей, и будем с помощью семьи рассказывать именно об исторической части, которая стоит за творчеством, потому что за каждой картиной всегда есть большая история. Также было отмечено, что данную выставку планируют показать в школах республики, чтобы как можно больше людей могли ее увидеть. Это настолько такой большой пример для нашей молодежи, для наших детей. И очень приятно, что наши детки знают не только о страницах войны, да, из уст ветеранов, но еще могут учиться тому, что, несмотря на то, что в очень тяжелых условиях жили эти люди, они нашли в себе мужество, нашли в себе силы радоваться жизни, писать прекрасные картины в очень ярких тонах и ценить каждый день своей жизни. На выставке рабочий стол ветерана с недописанной картиной, пиджак с наградами, фото с Рашидом Темрезовым и личные вещи. Поближе познакомиться с творчеством Константина Ткачева может каждый желающий. Аслан Гирюгов, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.